Всем добрый день, с вами Айден, и кажется, ситуация дошла до абсурда, потому что мне пришел бокс из фикс-прайса. Знаю только то, что продавать его можно за 1000 рублей, а номинальная себестоимость 800. Ну и еще этот бокс мне собрала моя девушка. Я хочу запустить новую рубрику, в которой каждый из подписчиков сможет собрать в любом магазине бокс на определенную сумму для того, чтобы я, не зная, что там внутри, распаковал и записал какую-то свою реакцию. Поэтому, если вы хотите поучаствовать, обязательно пишите об этом в комментарии, какой магазин вы бы хотели забоксовать, скажем так, и из какого вы города. Я обязательно свяжусь именно с тобой. Ну, если эта тема вам интересна, давайте соберем хотя бы 2000 лайков. Обязательно, ну, типа, идея, мне кажется, новая, чтобы именно люди извне собирали мне боксы из разных магазинов, а не покупать готовые, потому что, ну, что там такое, зачем, кому эти готовые нужны. Итак, распаковываем эту коробку. Мне никогда не было так интересно, прям хочу открыть. Погнали. Первое. Зачем? Я не понимаю, но, видимо, это можно использовать в качестве домашнего кукольного театра. Зачем варежка в душе? А, это мыться. Следующий товар. Как говорится, лучший подарок это, конечно же, книга. Как лечить спину? Это жиза, потому что реально у меня постоянно в последнее время, я не знаю по какой причине, но болит спина очень сильно, боли в позвоночнике, в суставах, и ничего мне не помогает, сколько мази я не перепробовал. И сейчас я теперь смогу воспользоваться данной книжкой. Вот тут как раз-таки доктор, видимо, очень популярный. Ну, кстати, полезно. Сама книга-то, конечно, достаточно бюджетно напечатана, вот такие листочки, похожие на туалетную бумагу, но, как говорится, не важно, из чего сделана книга, главное, что внутри. Когда все болит, и повышена соя. Что такое соя, мне предстоит разобраться. Замечательный подарок. Книга просто супер вообще. Спасибо. Спасибо. Это что, еще одна книга? Нет. Офигеть, пистолет! Ты же знал, что я люблю пистолеты. У меня же, помните, я с Даркнета заказывал пистолет. 200 рублей пистолет стоит. О, двойное поражение. Ядрить, колотить, вы, ребята. Приготовьтесь к опасности. Я заряжаю патронами. А как это? Офигеть, ребят, смотрите, здесь в комплекте идут шары арбизы, где инструкция, я не думаю. А, реально, вы выбираете в зависимости от цели или мягкие, или гелевые пули. Это шары арбизы такие мокренькие, приятные. Господи, офигенный набор, впервые такое вижу. А, понял, сейчас зарядим, нужно зарядить. Если ты не поставишь лайк, тебе будет плохо. Пока стреляю в воздух без предупреждения. Продолжаем нашу распаковочку. Вытяну самое елочное. Это венок, видимо, чтобы похоронить мой канал. Ну, вообще, такая чисто рождественская новогодняя штучка. Нареканий никаких нет. Можно вот так вот. Кстати, нормально, да? Можно же и на голову использовать это. Идем дальше. Что-то маленькое. Ух, я такое ощущение, что набор формировался для 5-летнего ребенка просто. Но мне, что самое тревожное, наверное, это все безумно нравится. Я вот во все это буду играть. То есть то ли я отстаю по развитию, то ли я просто радуюсь всяким игрушкам. Что, в принципе, равносильно тому, что я отстаю по развитию. Ну да ладно, я же снимаю проигровой автомат. Снимал. Никогда не умел, кстати, этой штукой пользоваться. Но, как я понимаю, это просто вот так вот нужно играть. А, из руки в руку переливается, да. Я всегда завидовал, потому что в школе у каждой были вот такие штуки, и они были разные. Как только мне купили такую, это перестало быть трендом и модным. Я пришел только в надежде на то, что будут самым классным в школе. Типа, пацаны, девчонки, смотрите, что у меня есть. Они такие, типа, ты что, дебил, у нас у всех уже телефоны есть, как бы их порт Bluetooth, а ты... Чипа-чипс. О, прям то, что я люблю. Вы еще хотите сказать, что он со вкусом колы, XXL? Ой, офигенно просто, ребят, чупа-чупс. Сколько стоит он? Наверное, рублей 12, да? Конфетки. С разными картинками, но по сути, вот в чем прикол этих конфет, они все одного вкуса, несмотря на то, что здесь нарисована, например, вишня, здесь нарисован ананас. По вкусу они все абсолютно одинаковые, разница только в химической оболочке и в цвете. Вот такие вот конфетки. Фруктовый ягодный микс. Коллекция. Такая в коробочке. А, да, это жвачки, которые вытаскиваются из... Как ты все подбираешь? Ты же знаешь, что я снимаю про автоматы. Знаешь, что я люблю эти жвачки. Да, то есть они реально... Нет? Точно такие же твердые. Не жующиеся жвачки.
Слушай, вроде бы какой-то там галимый фикс прайс, а сколько радости, когда ты не знаешь, что находится в коробке, и достаешь все это. Мне кажется, моя рубрика будет иметь определенный успех, потому что это радость, это клево, и собирайте для меня наборы. Или я буду для вас собирать. Короче, что-нибудь придумаем, обязательно в комментариях пишите, если хотите участвовать. Так, что здесь еще осталось? Что-то и последнее. О, вот это шар с предсказаниями. Как чувствовал, что он у меня сегодня будет. Не знаю почему, 200 рублей он стоит. Давайте что-нибудь у него спросим. Уважаемый шар, у этого ролика будет больше 100 тысяч просмотров? Должно быть так. Уважаемый шар, у этого ролика будет больше 200 тысяч просмотров? Очень вероятно. Ну что, спасибо, Вероника, за то, что собрала мне замечательный бокс. Мне прям настроение поднялось, потому что, ну реально, вроде бы и какие-то фигурки, которые стоят дешево в фикс-прайсе. А когда ты их раскрываешь, не зная, что там внутри, это получается такая незабываемая детская радость. Надеюсь, что этой радостью я поделился с вами. Желаю вам всего только самого наилучшего. Обязательно смотрите мои ролики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте колокольчиком мой канал, ну и всяческим образом тоже своей активностью. Надеюсь, что она будет. Напоминаю, что хотите участвовать в этой новой рубрике, собирать мне боксы или делать так, чтобы я собирал вам боксы, пишите все в комментариях. С вами был Айден, пока!